Lexus GX 460 загорелся на дисплее сообщение Maintenance Required. Что нам для этого надо сделать? Слева от руля есть кнопка Odometer Trip. Нажимая с помощью нее, выбираем Trip A. Вот выбрали Trip A. Следующий этап, мы глушим двигатель. Зажимаем кнопку одометра, которую мы выбирали, Trip A. Зажимаем ее. Сейчас мы поставим камеру. Вот. Зажимаем ее и, не нажимая ногу на педаль тормоза, нажимаем старт. Engine Start один раз. И второй раз. Все. Все в порядке. Ресет произошел. Кнопки отпускаем. Ставим ногу на педаль газа, на педаль тормоза и заводим двигатель. Система перезагружена. Чекинг показывает наружную температуру. Всем хорошего дня!